Так оно вкусно. Печет. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я приготовлю два варианта очень простого ужина из самых простых продуктов, какие есть у нас на кухне. Но такой ужин может быть даже и торжественным. Друзья, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что сделать такие простые блюда настоящим праздничным столом. Первое блюдо – это тыква, айва и морковка. Я вот такими большими небрежными кусками все нарезал и высыпаю на стол. Подсолить. Смесь оливкового и обычного растительного масла. И перемешать. А вот в этой тарелочке у меня смесь чеснока, черного перца и красного перца чили, смоченного оливковым маслом. Я добавляю сюда чесночок. Вот так. О, вот, совершенно другое дело. Вот. Вот это волшебное блюдо я ставлю в духовку на максимальную температуру. Пока первая часть ужина уже готовится, я займусь картошечкой. Обычно я готовлю это блюдо более сложным способом. Я сначала отдельно обжариваю картошечку, отдельно лучок, отдельно грибочки, и потом слоями все это выкладываю. Но это слишком долго, и это никак не попадает в разряд. Простое блюдо, раз и готово. Поэтому все будет сырое. Я солю картошечку, лучок посолим, и немножко на грибочки кину. Теперь маслечко, чтобы понравилось моим друзьям. Наливаем сюда немного масла. На донышко слегка потрусим грибочков. Вот так. Потом чуть-чуть, нет, сначала картошечки. Картошечка. Лучок. А также берем вот этот чесночок и перемешиваем его с картошечкой. Вот. Перемешиваем с чесночком. Также я слегка вот так побрызгаю, брызгалка сломалась, майонезика. Чуть-чуть. А сверху высыпаю то, что осталось. Опа-на! Ставлю вторую половину обычного торжественного ужина в духовочку. Последний маленький штришок. Немножко сырка. Горяченькая. Это для овощеедов, а это для картофелефилов. Очень вкусно. Все очень быстро приготовилось. А я люблю грибочки. Я думал, если я не буду обжаривать и картошку, и лучок, и грибочки, вкус будет такой сырой. Все получилось прекрасно, идеально. А здесь... Ай, какая красота. Класс. Друзья, что-то мне подсказывает, что для того, чтобы эти простые вещи стали настоящим праздничным блюдом, чего-то не хватает. Как я и обещал, для вас у меня огромный сюрприз. Ту-дун! Вот именно с этим... Конечно же, даже такие простые наборы овощей станут настоящим украшением стола, потому что к ним я подаю цыплята табака, очень вкусные. Как правильно сделать и быстро цыпленка табака, смотрите, ссылочка вот здесь сверху.